Привет всем! Вы на канале Ava Music Box. С вами я, Ava, и сегодня у нас снова 10 фактов. Ava Music Box, Ava Music Box. Сегодня буду рассказывать про корейский бойс-бенд BTS. Начинаем нашу десяточку. Первый факт. Первые участники BTS были набраны путем прослушивания в 2010 и в 2011 годах. За полгода до дебюта ребята начали постить много вещей в Твиттере и также начали снимать много каверов на Ютуб. В это время они жили в одной комнате. Второй факт. Первый альбом из школьной трилогии группы назывался Too Cool for School. Он вышел 13 июня 2013 года вместе с синглом No More Dream. Их дебютный альбом позволил им выиграть номинации «Лучший новый артист» на разных премиях. В 2017 году BTS стали известными на весь мир после их второго альбома Wings. И они стали одной из ведущих корейских групп на мировой музыкальной арене. Они выиграли в номинации «Лучший артист социальных сетей» на Billboard Music Awards. В том же году группа изменила свой логотип и расшифровку на английском языке. А теперь о каждом из участников группы. Ким Намджун. RM. До того, как дебютировать в BTS, он был андеграундным рэпером со сценическим псевдонимом Ranch Randa. Его IQ составляет 148. Помимо своего родного корейского языка, он свободно владеет английским и японским языком. А в изучении английского языка ему помог сериал «Друзья». Намджун был выбран первым участником после прослушивания в 2010 году, и он является продюсером многих треков BTS, а также автором песен. Второй участник группы – Чимин. Весы по знаку зодиака, так же, как и я. Его любимое число – 3. У него есть шрам над левым глазом, и он единственный участник группы, который использует свое имя настоящее, а не псевдоним. Музыкант также не ест острую пищу. И еще до того, как стать участником BTS, Чимин учился в Пусанской высшей школе искусств – танцам. Ви. Одинаково хорошо умеет писать правой и левой рукой. Также он играет на саксофоне. Еще до того, как стать участником BTS, он занимался уличными танцами и участвовал в группе Neutron. Суга. В одном интервью Суга признался, что если бы он не стал рэпером в BTS, то тогда бы он стал композитором. Каждый день он находит время, чтобы писать музыку. У него есть плохая привычка – он грызет ногти. Музыкант ненавидит фильмы ужасов. Вот это поворот! Джон Кук. Как и у Чимина, у него есть шрам на левой щеке. Он напоминает ему, как он с братом делил в детстве компьютер. Певец любит понежиться в ванной, и он принимает душ дольше всех участников группы. Если бы его карьера музыканта не заладилась, он бы стал татуировщиком. Чунгук набрал больше 15,6 миллиардов просмотров под хэштегом с его именем в ТикТок, даже если музыкант не был зарегистрирован в эту соцсеть. Чин. У Чина есть очень хорошие актерские навыки. Если надо, он может с легкостью заплакать на камеру. С момента дебюта BTS продали миллионы своих записей по всему миру. Недавно клип BTS побил рекорды YouTube. За 24 часа он набрал 101 миллионов просмотров. Но
На данный момент у этого клипа, конкретно Dynamite, 763 миллиона просмотров. Участники группы сами сочиняют песни, записывают их и редактируют. BTS – первая кей-поп-группа, которая получила свои смайлики в Твиттере. Все участники группы понимают друг друга без слов. Им достаточно посмотреть, и они понимают, в чем дело. Шестой факт. В ноябре 2020 года у BTS вышел новый альбом B. Он состоит из 8 треков. Новый альбом вышел на первое место чарта Billboard. А их предыдущая пластинка Map of the Soul стала тоже лидером Билборда. И таким образом BTS стала первой группой, у которой две пластинки находятся на вершине чарта в одном и том же году. Музыканты также выложили клип на одну из песен альбома Life Goes On. За первые 12 часов клип набрал почти 50 миллионов просмотров. И стал синглом номер один в США на корейском языке. Музыканты рассчитывают, что песня с таким жизнерадостным названием поможет их поклонникам пережить пандемию коронавируса. BTS вошли в историю как первая кей-поп-группа, получившая номинацию на премию Грэмми. Песня Dynamite номинирована. Лучший поп-дуэт или групповое исполнение. Music Awards 2020 музыкантов выбрали самыми лучшими в четырех главных номинациях. Лучшая песня за трек Dynamite, лучшая группа, лучший онлайн-концерт и самая большая фанатская база. Девятый факт. Радостная новость для фанатов BTS. Участников группы еще 2 года не заберут в армию. И они смогут выступать все вместе в прежнем составе еще 2 года. Все благодаря поправкам законов в Южной Корее. Двум участникам Джину и Суки скоро будет 28 лет. И они могут отсрочить военную службу до 30 лет. Десятый факт! У группы BTS есть свой официальный аккаунт в ТикТоке. Там они снимают видео с репетицией и как они просто дурачатся с эффектами. На данный момент, когда я снимаю этот ролик, конечно же, у них на ТикТоке 27 миллионов подписчиков. И вы тоже подписывайтесь на мой ТикТок. Ссылочка, как всегда, в описании. Группа BTS в последнее время записывала много треков с западными звездами. Поехала в тур по Европе, Америке. BTS и Blackpink все время обгоняют друг друга в чартах Billboard и вообще везде. И очень сложно определить, кто же на самом деле круче. Поэтому вы определяйте в комментариях. Также на моем канале есть видео 10 фактов про Blackpink. Заходите, смотрите, и вот вам подсказочка. Ну вот и все на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики и нажимайте на колокольчик. С вами была я, Эйва, и вот вам мое сердечко. Пау!